Итак, всем привет, это я, Вова, да. Вы меня пока не знаете, вы меня знаете. Короче, это наш новый дом, мы залезли, короче, в этот, короче, в грудную яму, а там бешеная лягушка, мы сейчас ее будем спасать. На, держи пока мой телефон, вот я. Короче, я пока спущусь, ты мне его дашь, и я найду, мы одну лягушку уже спасли. Дай телефон. Итак, вот, собственно, мы тут, да, ищем вторую лягушку. Где она может быть? Тут? Где она? Лягуха бешеная. Бешеная жаба, 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 жаба. Она тут будет? Я хожу, но можно нас чё? Ай, ты чё? Нет, тут её нет тоже. Угу. Помогает сгребать. Да. А сгреби ящики все. Это тоже звень. Может, он там? Или за кирпичами? Скорее всего, она за кирпичами. Отодвигать кирпичи, сейчас будем спасать. Спасательная операция от лягушки. Бешеный. Она там, скорее всего, да. Мотыльки какие-то что-то летают, короче. Спасательная операция лягушки. Собственно, вот Мотя у меня. Мотя вдруг разгребает кирпичики. Вот она, наверное. Вот она. Где? Где? Она была. Где? Где? Она куда-то убежала. Она убежала. Я, короче, я включусь, когда найду ее. Пацаны, я включился. Вот это бешеная лягуха. Дай. Пацаны, я одену перчатку и спасу ее. Вот, пацаны. Она у меня в руках. И мы полезли ее спасать. Эй, собака! Что прыгаешь? Вот лягуха. Идем спасать лягуху. На, держи, свети. Страшно для замка нужно.